Столтенберг остается на должности. Москву атакуют беспилотники, военкоры собирают лодки, а Украина продолжает наступление. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. ВСУ продвигаются на 2 километра в Бердянском направлении. На Тавлійському напрямку сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Эрдоган не меняет позиции по поводу Швеции. Вместо того, чтобы терять время, используя тактику проволочек, было бы мудрее, полезнее и достойнее серьезности государства сдержать данные обещания. НАТО констатирует, что истребители Украина пока не получит. Дискуссия об истребителях важна, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Давайте еще оставим лайк под этим видео, может быть, комментарий. И обязательно нужно подписаться на страничку. Так нас с вами будет становиться больше. В общем, начнем. Украинские войска продвинулись на 2 километра в Бердянском направлении и закрепляются на новых рубежах. На Тавлійському напрямку сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування в глибину оборони ворога до 2 кілометрів. Севернее и южнее Бахмута ВСУ тоже имеют успехи в продвижении. Об этом говорит спикер украинского генштаба Андрей Ковалев. В то же время вооруженные силы Украины сдерживают российское наступление на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Российская тактика направлена на сдерживание украинского наступления на юге. Таким образом, Россия выстроила свои приоритеты в этой войне на ближайшие недели, пишет британская разведка в Твиттер. Главной целью российской новой тактики будет противодействие украинской бронетехнике. Для этого они собираются использовать противотанковые мины еще интенсивнее. В некоторых местах плотность минирования выше, чем необходимо. Хотя Россия добилась определенного успеха при таком подходе на ранних этапах контрнаступления Украины, ее силы по-прежнему страдают от ключевых недостатков, особенно из-за чрезмерной нагрузки и нехватки артиллерийских боеприпасов. А российские военкоры переживают, чтобы ВСУ не переправились через Днепр. Для этого они даже обратились к правительствам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой направить на линию фронта в Херсонской области лодки, конфискованные у браконьеров. Российские военные блогеры воспользовались недавней активностью Украины на левом берегу Херсонской области, чтобы призвать к увеличению присутствия малых речных судов и техники на Днепре для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск. Некоторые военкоры даже предложили возродить флотилию «Днепр». Это специальное военное речное подразделение, участвовавшее в русско-турецких войнах, и гражданской войне в России, и Второй мировой войне. Два беспилотника сбиты над Москвой. Один упал в Калужской области, и еще один упал на территорию военного объекта в Подмосковье. Из-за атаки дронов пришлось даже ограничивать полеты в аэропорту Внуково. Некоторые рейсы были перенаправлены. Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. Ну а по информации РИА Новости, дронов было 4, и все 4 сбиты в Новой Москве. Серию аварий, но теперь уже на земле и на оккупированной территории, продолжает Крым. Там на трассе Таврида перевернулся КАМАЗ с зерном, а в Инкермане грузовик, видимо, забыл затормозить и тоже сошел с дистанции. Йенс Столтенберг остается генеральным секретарем НАТО еще на год. Решение будет официально одобрено главами государств и правительств стран Альянса на саммите в Вильнюсе. Но на сайте НАТО соответствующая информация уже появилась. Это очень хорошая новость в том плане, что остается преемственность и остается на посту человек, который, во-первых, уже изучил идеально саму структуру НАТО, знает, как лучше проводить решения. И, во-вторых, он с самого начала военного конфликта
который даже не военного конфликта, а еще с начала, скажем, такого гибридного военного конфликта, когда в 2014 году Россия аннексировала Крым и ввела свои прокси-войска в Донбасс, как раз это совпало с моментом, когда он стал генеральным секретарем НАТО. То есть он очень знаком с нашей проблемой, он проблематикой, точнее, он знает потребности Украины, он авторитетный политик, до этого был премьер-министром, он много лет на посту генерального секретаря НАТО, и поэтому я думаю, что и он проукраински настроен, я думаю, что все эти факторы совокупно очень влиятельны. Полномочия Столтенберга заканчиваются в этом году, но из-за отсутствия альтернатив, да даже из-за отсутствия предложений, кто бы мог его заменить, страны Альянса пришли к единому мнению предложить Столтенбергу побыть генеральным секретарем еще годик. Я горжусь решением союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность в течение почти 75 лет, и в более опасном мире наш великий альянс важнее, чем когда-либо. Украина не получит истребители во время наступления, заявляет глава военного комитета НАТО. Этот процесс гораздо длительней, и не надо смешивать контрнаступление с вопросом передачи F-16. Но сможет ли Украина победить без самолетов? Дискуссия об истребителях важна, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию. Турция не разблокирует принятие Швеции в альянс, пока та не выполнит свои обещания и не прекратит укрывать тех, кого Эрдоган считает террористами. Наша позиция, ожидания и обещания, которые были даны, были предельно ясны. В настоящее время мы отстаиваем те же принципы, которые отстаивали в прошлом году. Мы просто хотим, чтобы они остались верны тому, что подписали. Вместо того, чтобы терять время, используя тактику проволочек, было бы мудрее, полезнее и достойнее серьезности государства, сдержать данные обещания. Мы не хотим, чтобы кто-то менял название своей страны, но должны быть верны обещаниям, которые были подписаны. Мы хотим, чтобы они укрыли сепаратистские организации и негодяев из ФИТО. И я хочу, чтобы было известно, что мы не отступим, пока все эти требования не будут выполнены. Таким образом, скорее всего, больше шансов вступить в НАТО есть именно у Украины, чем у Швеции. Польша ожидает провокаций со стороны белорусских и российских служб в связи с предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Количество незаконных попыток пересечь польскую границу растет в течение последних 2 месяцев. Только за последние 24 часа было зафиксировано около 160 попыток незаконного пересечения границы. Высылаем ясный сигнал. Мы готовы. Мы посылаем четкий сигнал другой стороне. Мы готовы. Мы знаем, что могут быть различного рода провокации. За этой ситуацией внимательно следят наши службы, службы стран-союзников. Обмен информацией происходит незамедлительно. Мы также имеем полное представление о том, что происходит в Беларуси. Я хочу донести такую информацию, если их там еще нет. Я не говорю о самом Пригожине, но я говорю. Ну, как их определить, солдаты или бандиты? Этих бандитов там пока нет, но план по их дислокации там точно был. Мы наблюдаем за ситуацией, мониторим ее. Мы укрепляем наши силы, если нужно, мы будем укреплять их еще больше, адекватно ситуации. Я напомню, Польша отправила 500 полицейских из профилактических и антитеррористических подразделений для поддержки пограничной службы на фоне опасений по поводу возможного присутствия российских наемников группы «Вагнер» в Беларуси и растущего миграционного давления.
Спасибо, что смотрите. Спасибо вам за доверие, за лайки, репосты и комментарии тоже спасибо. Ну и не забудьте подписаться на канал. Это важно, чтобы просмотры каждого видео увеличивались. До скорой встречи и хороших вам новостей.